Отец вообще не принимал участие в психологическом воспитании. Я раз в жизни подошла к отцу, говорю: папа, мальчик в школе, ты мне нравится, он меня обидел. Мне отец говорит: а хочешь? Я его застрелю. Все, что из советов мне давал отец, он мне говорил: бей первое и не буди отца и сопуни. Два совета. Но он обратил внимание, просто вот сейчас молодежь. Я смотрю, вот у меня есть друзья молодые, 18 лет, он такой: а у меня выгорание, я уже все, у меня панические атаки, депрессия, все, я выгорел. Я думаю, а знаете почему так? Потому что сейчас родители сильно поддерживают своих детей, сильно жалеют. Поэтому у них вот 18 лет депрессии уже. Вот нас, мое поколение, не жалели, не поддерживали, никакой депрессии не было. 18 лет меня парень бросил, я в слезах пришла домой, хлопнула дверью. Мне мать сказала: как сейчас, блядь, хлопнуть? Ноль. Сразу никакой депрессии. А если ты просто отправлял мысли в космос, чтобы ни одной в голове не осталось, ты думаешь: как же засран космос из-за Брюновского, как же засран, это космический мусор, это все оно. Вот, вы знаете, да, если у нас тогда будет первый контакт с инопланетянами, они прилетят, чтобы отелей не дать пизды. Вот 100%. Конечно. И заткнули этих женщин уже. Конечно. Нас на марафоны ходят те, кто не работает, потому что женщина, у которой есть огород, и не вот это дачное. А вот этот другом, что он пояс заканчивается, какие марафоны? Она встала в 5 утра, куров дала, свинья дала, мужу дала, не перепутай, что кому давай, выходите. У меня школьная подруга такая. Я ей так восхищаюсь, она живет в деревне, у нее хозяйство. Это просто, главное, звонит недавно, говорит: короче, я проснулась утром, корова начала рожать, не могла разродиться, я взяла веревку, привязала к ногам теленка, села в трактор и вытащила. Я говорю: Лавсана, тебе надо психолог. А что, он тоже родить не может? Нет, я правда. Я недавно в Москве выступала на дне рождения парня, 20 лет ему было, прямо золотая молодежь московская. Вот, я офигела, это был такой крутой ресторан. Там выступал любимый певец именинника Егор Крид. И я на это смотрела и думала: блин, это та днюха, о которой мечтала я в свои 20 лет. Но потом я увидела, что за всем этим следили родители. И я стала ценить все свои дни рождения в молодости, пускай не лакшери, но без родителей. Это как раз на компанию 1000 рублей. Вы берете садеки, на столе 900 пива и идете на улицу. А, садись так. Все, значит, дали пакеты, идите на озеро. Так вот, там Егор Крид нахуй не нужен. А если вы ходили, процедуры лица, все до одной, все больные. И знаете, в чем парадокс? Чем чаще женщина ходит вот эти болезненные процедуры, возникает зависимость, ей хочется все больше и больше, чтобы больной ходить, а другой. Если это правда, то где-то есть женщина, которая прошла все болезненные процедуры, приходит к косметологу и такая: еще мне еще, берите отсюда, вы все прошли, я говорю: ладно. А может это мне просто въебать? Мне просто въебать. Я никогда не понимала девушек, которые